Всем привет! И вы на канале. Сегодня вторник. Мы сегодня контрольный по английскому. Сейчас 7:36. Я еще даже не расчесывалась, я ничего еще не сделала. Мне надо еще расчесаться. И на завтрак у меня вот такой вот омлет. Вот так вот. С чайком. Такая чашечка.
телефон, потому что холодно, рука замерзает. Держите кулачки. Я человек ставлю. Я что бы свои не сделаю. Ничего страшного. Слойка не останется. Ребят, уже обед. Пришла мама. Сейчас я открою, вернусь. На обед у меня тефтельки с помидорами. Всем приятного аппетита. Ребят, я уже пришла домой. Мне завтра будет типа контрольно по религии. Вот, сейчас я буду ужинать, ну не ужинать, а сейчас 6:12. Я приготовила себе вот такой вот, это молоко, и вот стаканчик вот таких вот штучек для молока. Поэтому всем приятного аппетита! Сейчас я буду открывать вот такую вот коробочку. Здесь скорее какая-то маска, просто мне мама заказывала маску, а я об этом не знала. Я не знаю вообще, скорее какой-то крем, маска, я не знаю. Ну, тяжеленько, 250 грамм, вот запаковано, я не знаю, что это, поэтому сейчас будем открывать. Так, поехали. Я не знаю реально, что это. Вот такая вот черная коробочка. Интересненько, что здесь. Гадаем. Ладно. Открываем. Ну и теперь вот что там. Ух ты, там просто что-то такое. Открываем дальше. Дальше. Белое. И, ребят, смотрите первую. Я отворачиваюсь. Вот, смотрите, я не вижу. Смотрим. Достаю. Баночка не пустая. Такая вот палочка. Сейчас. Все. Так. Вот такая какая-то палочка. Ну вот, вы видите сами. Такая вот палочка. Ну, такая вот палочка. Такая вот баночка. Такого черненького цвета. Очень вкусный запах. Скорее, это не крем, это маска. Да, это маска, ребят. 100% маска. Вот такая, знаете, типа черненькая. Прям целая банка. Закрываем. Сейчас протестируем. Скорее вот эту палочку я буду ложить вот сюда, наверх, да, наверх этой крышечки. Слушайте, оно очень сильно еще пачкает. Все. Вот так, смотрите, видно? Я не знаю, сейчас я растеру по рукам вот так. Смотрите,
Ничего не видно, странно. Пахнет вообще обалденно. Ладно, ребят, я уже сейчас пойду учить религию. Сейчас у меня 8 часов. И давайте ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, будет куча влогов еще. Увидимся в следующем видео. Да, увидимся в следующем видео. А я пошла учить религию. Всем пока!